Его ждали, и он вернулся. Четвертый год подряд в Курске пройдет международный кинофестиваль «Сталкер». Он начнет свою работу 25 мая. О том, какие фильмы будут презентованы зрителям, узнал Антон Исюков. 3 художественных и 6 документальных премьер. В Курской кинообойме благотворительной акции фестиваля, как всегда, только качественные фильмы. Имена их авторов, может, и не пестрят на афишах и вряд ли знакомы каждому. Эти киноленты для тех, кто способен думать и сопереживать. Нынешний репертуар составлялся с учетом пожеланий курян. Вот эти фильмы молодых авторов, молодых не по возрасту даже, а по вхождению в большое кино, мы очень хотели предложить нашим зрителям, и думаю, будут они востребованы, получат определенный отклик зрительские симпатии. И это не раз у нас присутствовало на наших фестивалях. В этих фильмах нет места политике и коммерции. Для режиссеров и актеров, приезжающих сюда, важен диалог с публикой на равных. Это не помпезный фестиваль, где собираются все, пьют водку, веселятся, а здесь на самом деле происходит на таком фестивале встреча со зрителем, что для нас, для режиссеров, это самое важное. Откроет программу игрового кино драма «Дом ветра». Она уже собрала весьма неоднозначные отзывы. Фильм представит актер Артем Цуканов. Вторая картина «Земля людей» особенно дорога организаторам. Ее режиссер Сергей Говорухин уже приезжал в рамках «Сталкера» в Курск в 2009. В октябре прошлого года он ушел из жизни. На фестиваль приедет актриса Татьяна Луковникова, близкая знакомая автора. И, наконец, третья кинолента «Однажды со мной» Леонида Фомина. У нас вот эти фильмы каждого фестиваля смотрят огромное количество людей, до 3000 человек за фестиваль. Но посмотрите, фильмов немного. Фильмы, не аншлаговые. Требующие работы ума, неразвлекательные, а публика – полные залы. Организаторы уверены, аншлаг не формату обеспечен и теперь. Художественные фильмы будут проходить в кинотеатре «Юность», документальные – в «Сказке». Пригласительные билеты уже в кассах. Антон Исюков, Владислав Ковтанюк, телеканал «7».